где и что купить для школы, обсуждают родители, выбирают школьники. В Бендерах открылся школьный базар. Вся центральная улица превратилась в ярмарку. Мы прогулялись и узнали цены. Радость в глазах, счастливая улыбка. 7-летнему Владиславу только что купили новый рюкзак. Готов в школу хоть сейчас. Носил рюкзаки, но этот мне больше понравился, потому что тот мотоцикл. Мы смотрим по списку, который учитель, то есть, выслал, и тогда берем уже, смотрим. Цены радуют. На тетради от рубля и выше. Дневник от 10 рублей по 30 в твердой обложке. В среднем где-то цены у нас остались такие же, как в прошлом году. Цены не поднялись, поэтому родители пусть не переживают, приходят, покупают. Ну, где-то в среднем надо хотя бы рублей 150. Школьная форма тоже на выбор. Юбки от 140 рублей, сарафаны от 200. Нарядные блузки от 130 рублей. Для мальчиков дешевле. Брюки и рубашки в ассортименте. Вот это качество я брала, оно мне очень понравилось. Мне кажется, что качество стирки. После стирки это не делается катышки и намного оно дольше служит. Я посмотрела, вон цена 160 рублей брюки. Для меня это был шок, что дешевле, что мы в прошлом году купили за 280. Две пары. А сейчас добавить еще 40 рублей можно купить и две пары вместо одной пары, как говорится. И рубашки в этом году дешевле. Купить все необходимое для учебы можно до 1 сентября. Школьный базар в Бендерах работает ежедневно с 8 утра до 15:00.